Друзья, на 35-м километре. Всем привет. Меня зовут Сергей Кузьменко. Я когда-то участвовал в «Большой разнице», если вы меня помните, по этой программе. Вот уже 22 года прошло со дня смерти Виктора Цоя. Мы все помним его, собираемся на памятные даты. Я думаю, что это очень много значит. Несмотря на то, что годы идут, мы становимся старше, наши дети тоже слушают Цоя благодаря нам. Я думаю, именно из-за этого его песни не перестают быть актуальными, потому что все новые и новые каверы появляются, появляются новые исполнители, может быть, которые в стиле Цоя пытаются как бы себя проявить, а потом идут своей дорогой, либо так и остаются выступать в стиле Цоя, да, там, в виде двойников или в виде там кавер-групп, неважно. Но то, что дело Цоя живет, я думаю, это очень круто. И спасибо вам, что собираетесь, что помните. Я живу далеко, в штате Коннектикут, США. Поэтому не могу сейчас в силу обстоятельств, в силу определенных событий последних участвовать в мероприятиях. Всем спасибо. Цой жив.